Приветствую всех, меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. Мы сейчас находимся на последнем и заключительном дне армейских игр. Сегодня участвуют 4 команды. Это Российская Федерация, это Республика Китай, Белорусская Республика и Республика Узбекистан. Кстати, Узбекистан участвует в этих соревнованиях всего лишь первый раз. И сегодня мы увидим замечательные гонки на УАЗике Патриоте, на двухосном грузовике и на трехосном грузовике. А также посмотрим номинации, кто выиграет. Игры уже здесь проводятся в 6-й раз. Мы находимся в Острогорске на закрытой территории, на армейской закрытой территории. Кстати, в Острогорске они проходят первый раз. В прошлом году, по-моему, они проходили в городе Омск. От свободы были где-то далеко наши нынешние горды. Что там будет, а пока все мы были молодыми. Кстати, вышла зверичка точья, не помню имя. Ох, кстати, вышла зверичка точья, не помню имя. Ваши аплодисменты Андрею Крицкому. Дорогие друзья, ну и продолжая, конечно же, тему музыкальных великолепных подарков нашим дорогим участникам, мы, естественно, не можем не поддержать и нашу любимую, дорогую, родную команду Российской Федерации. Я думаю, что вы... Слева поворот, осторожней шатер. Как-нибудь дотянем последние мили. Твой надежный друг и товарищ мотор. Не дожди тебе, ни дождь, ни слякоть. Резкий поворот и газ огор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за ворот удержи шатер. Себя так ждала, ты себя угнала.
поздравлять вас. Нет, Александра поставить. Самарченко. Подкатники, откатники. Вот, достану. Свет и счастье в глазах. Надо стремиться. В лесу является неисправимым. Посмотрели мы супергонку на грузовиках, на УАЗике Патриоте. Было очень интересно. А сейчас мы наблюдаем номинацию. И как вы думаете, кто выигрывает? Конечно же, Россия. Россия впереди всех. Оба как-то мы прошли. Прошли как у всех главных. А тут шашлык, машлык, блин, красотень. И мы идем дальше. Смотрите, какая красота, тут будет сейчас встречать. Это этого встречает, да? Это главного военного там человека и губернатора, или как он там, заместителя губернатора. Смотрите, какие тут караваны. Да. Смотри, как здесь. И выпить, и закусить. Блин, хорошо. Ага. Кино. Терновое. Блин, посмотрите, какая красота, и все встречают. Так вот, ребят, если вы станете тоже каким-то военным главным, то это вас тоже так будет встречать. Смотрите, какая красота. Ну, весь из Таковской районы, судя по названию. Да. И там у меня Петрохоловка была. Да, как там людей было. Ну, как раз он там стоял. Ну, да. Здесь уже людей поменьше, так как он остался у нас сзади. В начале. Короче, ребят, тут дальше идем. Смотрите, даже можно прилечь. Сельское поселение. Берите. Так, все. А, реконструкция. А, вот она и реконструкция. А мы там, кстати, сидим, ждем. Но она еще не началась, я так понимаю, да? Yeah!
Пашку пошли уже. Где-то я не помню. Иду посреди ошибки. Осталось самое место, пока обходно. Лучше в нашей стороне. Смотрите, ваш лейтенант Должинский обнажил саблю артиллериста. Идет по пятку! Это гражданскую войну! Смотрите, да, видите, сразу его пуля! Это салют победы! Легче! Сейчас посмотрели реконструкцию боев 42-го года. Захватывающее зрелище, которым мурашки по коже идут. Как раньше сражались, как это было все не выстроено. И то, что люди просто сражались сначала минимальным количеством, а другая армия, да, полк, просто ушел и сказал, это не наша война, мы не будем сражаться, и они ушли. Они ушли. Потому что приказ уйти. Да, танк не мог начать войну тоже, потому что не было приказа, чтобы танк мог подключиться. Конечно, ужасные были времена, страшно это все. И даже на реконструкции становится страшно. Не, на самом деле, не зря мы сюда приехали, это зрелище, подготовлено все суперски. И даже вот шведский стол, где можно просто прийти и перекусить практически на халяву. Да, на халяву, на второй день у нас. Да. Поесть. Не, ну круто, круто, конечно, что тут говорить. Также здесь представлена еще и современная техника, где можно посмотреть современные танки, современные амфибии, машины, бронетехнику. И все это выглядит вот в таком вот хорошем состоянии. Круто, да? Не, ну где вы такое увидите? Даже в парке патриотов у нас такого нету. Неужели нельзя сделать? А здесь смотрите. Да, да, даже можно внутрь залезть. Вообще круто, бля. Вообще класс, бронетехника. Блин, какие же они огромные. Должен быть парк патриотов выглядеть, я думаю. Где ты можешь пойти и пощупать все новенькое, современное. Даже заглянуть внутрь можно, что там происходит. Сейчас давайте посмотрим, пока здесь открыто. Опа. Не, да я сюда не залезу, ты чё? Тут надо 1.20 м рост. Да вообще, ужас, блин. Такая, вроде кажется, огромная техника, такие колесяки там, я не знаю, ну а кабинка, блин, 1 м на 1 м. Ужас, как там люди вообще помещаются, я даже не представляю. Колесное шасси BAST-63-00. То, что можно прийти и посмотреть технику, которая находится в армии, и то, что там люди говорят, что армия недееспособна. Это все вранье на самом деле. Посмотрите, какая техника. А? Ребят. Нам нужно с вами прощаться. Да, но еще рано, мы хотим прогуляться здесь, посмотреть. Ну, ребят, кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписаться, поставить большой палец вверх. Всем удачи и пока!